Это видео делаю специально для своего зрителя. Он сказал, что работает строителем, ему интересно посмотреть нашу кладку. Но я теперь то, что увижу, что-то интересное, буду снимать, потому что кладки-то так и необычные. А мне самой интересно снять, когда необычное. Я предполагаю, что вот эти камни, они тут же так и были. И просто что добавили, это еще заложили. Подняли. Заложили. Наложили. Ребят, заговорилась. Ну вот как. Вместе это значит природное, это уже искусственное, так хочу сказать. Ну да, вот они эти глыбы какие. Кто там? Ну вот уже если разговор зашел о стройке, вот стройка идет, и уже работа, так скажу, подошла к концу. И что мы тут видим? Вокруг все чисто. Нету такого, как раньше было при Советском Союзе, если стройка идет, полгорода, значит, надо, в общем, не проехать, не пройти. Намешают, намесят. Кирпичи, вот какие кирпичи, что тут у нас? Australian Bricks, наверное, это прямо тут их и делают. Так, что еще вижу? Вижу камеру. Потому что и в Австралии вот так кирпичи оставь, нету камеры, наверное, тоже сопрут. Эй, сорока. Вот ты хорошая. Ты гуляешь тоже, да? Ты гуляешь? Гулёна. Эй. Ну вот. Как это выглядит? Скоро, очень скоро, конечно, работа уже закончится. Ой, а там какая красота! Прямо дом выходит окнами. На дикую природу. Тишина и покой. Да, только мертвые с косами стоят. Ну и здесь какое место прекрасное. В зелени все утопает. И вообще это находится в низине. Вот так идет спуск. Так, телефон надо держать двумя руками, потому что если он туда упадет, то его никогда не достанешь. Вы знаете, это выглядит все прекрасно и все замечательно. И ты живешь, слился вместе с природой здесь. Но, ребят, а теперь подумайте, после тех пожаров, которые были в Австралии, это очень-очень опасно. Потому что если начнется опять, у нас тут уже и лето на носу. Как это страшно, что будет в этом году? Спаси нас и сохрани. Еще одна стройка. Ну, здесь, наверное. Так, ну-ка,
Ух, здесь тяжеловато будет строить. Я не строитель, но могу сказать, вон это как идет вниз. Тут работы, ой-ой-ой-ой-ой, не в проворот. И спуск на залив. Вот этот участок, который здесь, вот это вот, он будет стоить несколько миллионов долларов, сам участок, без дома. Ну а теперь, строители, посмотрите, какая порода здесь. То, что копать, ломать, дробить приходится. Это же ужас вообще. Этот дом обойдется, ну я не знаю, в кругленькую сумму. Вот этот отбойный молоток такой огромный. Ну вот, это все построено, так скажу, прямо на камнях. А здесь тоже идет уже продолжение. Кыш. Это не вы, зрители, кыш, это кто-то мне сейчас на руку сел. Ничего себе. Это, наверное, вот из таких камней. Камень, это не камень, это что это такое, не знаю. Или это что-то с цементом понамешано. Такой блок. Ну вот это старый. Здесь и дом тоже старый, наверное, ему лет 70, тому дому. А здесь уже новая кладка. Ну и заборы ставят, кто во что гораст. Здесь такой, ну а вот этот вот мне совсем не нравится. Ну, не знаю я. Это что, все из него торчит и, знаете, тут дети рядом будут играть, глаза себе об такой забор могут повыкалывать. Ну, это, так сказать, про заборы. А вот этот забор я просто обожаю. Живая изгородь. И посмотрите, как домик весь вьюнком оплетен. Как это красиво. Ой, слушайте, так. Ну вот, кирпич выложили. Подъезд. Ребят, ну вот это, видите, как, ну, вообще просто настолько с любовью все сделали. О-о-о, куда я попала? Вот так, нечаянно. Как же это место не продали? Возможно, это даже еще чей-то участок земли. Там такой крутой спуск. И здесь еще одна стройка идет. Здесь прямо на камнях.
Здесь дом прямо в скале построили. И так, сейчас вам будет видно или нет. Вот. Это так они заходят домой. Это лифт. Не знаю, этот лифт мне почему-то на какую-то шахтерскую тачку похож. Ну что, я, наверное, это будет такой небольшой у меня обзор про строительство, так скажу. Я, конечно, обязательно продолжу эту тему, ну а теперь хочу представить вот эти танхаусы, ребят. Ну а теперь сами подумайте, что здесь не так. Это вот вы заходите, у вас забор, и вы до конца своих дней вот так же в этот забор и смотрите. Для чего это? Я не понимаю, что это такое вроде как жалюзи. Но это не жалюзи. Но постоянно сидеть в тени, в потьмах, днем с огнем, как говорится, зачем это надо? Но это просто вообще, как вам сказать... Я не знаю, кто это, архитектор, или я, может, что-то не понимаю. Или им бесплатно это дерево досталось и не знали уже, куда его прикрутить. Ну что, дорогие мои зрители, а с вами была Элла Австралия. И увидимся очень-очень скоро. Пока, мои дорогие.